У нас обновилась здесь заставочка. Водонапорная башня теперь принадлежит миротворцам. Посмотрим, что как. Да, играем на PlayStation 4 Pro. Загрузка подобающая. Сегодня сдадим квесты там это сайтов знакомств местных. Потом отдадим любителям корейской кухни тоже детей. Такая вот у нас загрузка. Все как обычно. Так. Окей. Сейчас посмотрим просто по дневнику. Значит, чпокер мы отдаем первым же делом. Вот. И да, вот грязную работу я тоже, естественно, помню. Вообще мне что-то, не знаю, вот. Как испытание мне вполне понравилось, тем более там действительно было над чем подумать и есть над чем подумать, потому что пока что это только все в разработке, а ну как, еще же ни разу ничего не получилось, ну в смысле ни разу еще и не пробовалось, но мысли я уже озвучивал, что делать, вот, па-па-па-пам. Значит, мне нужно посмотреть на карту около Рахима, чтобы узнать, где карточки. Значит, мы сейчас пойдем по этому заданию. Правда, что-то какая-то поздняя ночь. Да, ну мы приходили сюда, как я и обещал. Тут уже, походу, какой-то другой продавец. Что продаем? А, ну это продавец миротворцев. Прошу, изучай наш ассортимент. Вот. Насчет ассортимента, я думаю, я буду затариваться так же, как и что-то там фармить или собирать, скорее всего. Так, сколько у нас там на два удара осталось? Так, надо вкачать, наверное. Ну, грязная катана стоит вообще два. Спасибо. Спасибо. Даже доска стоит один. То есть две доски стоило бы два. А искусная катана стоит один, два. Ну, как бы это вообще несерьезно. Значит, у нас вообще я хотел попробовать. Вот с одной стороны, я хочу попробовать, поскольку здесь аж пятого получается уровня. Факел 12 секунд. Ну, конечно, это маловато. Вот. Здесь есть вообще совсем какие-то мизерные. Вот. Но с этими я бы попробовал их. Тем более 7 штук. И там надо на 2 захода, следовательно, надо. Ну, в идеале надо 6. Вот прям вот в идеале 6, но по 18 секунд, конечно, было бы лучше. Все-таки 6 секунд это реально время. Говорил же, что ты сорвешь джекпот, гражданин. Да, гражданин, окей. Он до сих пор не в курсе, кто им водонапорную башню подарил, можно сказать. Так, ну мы можем сделать, как раз здесь вот делается сразу по 3 штуки, что очень даже хорошо. И мы можем сделать, ну, например, 9. Пусть будет 9. Вот, у нас на все это ресурсов хватает. Тем более я скинул. Я уже не помню, сколько у меня там тысяч металла и всего остального в этом. Будем называть это бардачком. Ну, то есть в тайничке. Так. Тайничок. Куда нам бежать? Ну, собственно, близко. Через ВГМ-аномалию. Я бы с удовольствием бы. Вот, задания почему-то все ночные. Вроде пока ничего нового нету. Очень почему-то хочется мне сейчас бегать в, значит, на базу миротворцев. Возможно, таким же образом. Ну, надо будет следить, короче, по поводу вообще каких-то заданий. Новых, не новых. Что будет? Ну, сначала мы сдадим, конечно же, чпокер. Вот, заодно пробежимся, как это... А, да. Опять я что-то лук-то достал. Давай катану, если что, добьем. Опять что-то я забыл почистить. Джойстик.
Так. Незаметными, с горящим факелом. Блин. Ну, короче. О, у нас есть очко навыков и образцы редкий трофей, образцы мутантов до сих пор у нас, кстати, появляются. Да, я нашел, где отключить всякое вот это, ну, то есть, чтобы он, ну, не мешало вот это, у вас есть очко навыков и все остальное, но пока мы используем очки навыков, в принципе, единственное, что я бы хотел найти информацию, как, ну, наверное, это вообще невозможно. Так, здесь, значит, это разможжение мозга, оно нам не нужно. Вообще, по луку что-нибудь уже пора качать, но мы, я думаю, добьем вот это, блокируйте летящий вас снаряд. А, нет, извиняюсь. То. Во время блокировки протараньте врага. Нажмите, короче... Ага. Ну, кстати, не такое уж и сложное комбо, и я, в принципе, представляю, где его и как применять, поэтому я его просто вкачаю, чтобы было. А лук это я оставлю на потом, потому что маленький спойлер того, что... О, у нас уже половина седьмого, вернее, ну, да, половина восьмого, можно считать. Уровня. Что я хотел сказать, то... Короче, маленький спойлер о том, что, скорее всего, у нас будет, естественно, гораздо круче оружие. Вот. Но здесь, походу, все про лук. То есть здесь лук, лук, лук. Здесь что-то не показано, то есть... Ну да ладно, у нас скоро будет очко паркура... ночь, да, ничего страшного. Как бы я думаю, то, что мы здесь... Так. Просто думаю, откуда бы здесь было бы удобнее пробежать. Блин. Давай-ка включим. Я что-то, если честно, не сильно понял, как я здесь вообще оказался, но да ладно. Ну и погоня, собственно, ладно. Ну, мы до поста добежим. Парни, как погоня смотрится отсюда? Ну, никак. Но однозначно то, что это здание, его здесь не было во времена аномалии. Блин. То есть я типа отпрыгнул от него, и он сагрелся, да? Понятно. Блин. Я же хотел просто прыгнуть. Опять. Какая-то музыка новая появилась. Видимо, это при боевке с миротворцами, но... Так, короче, после этой серии обязательно я почищу. Так, что у нас, профайл есть? Там только фотки, как в The Last of Us 2. Особенно вот это. Ну давай, Рахим. Что там отмахиваешься? Вот. Конечно, у каждого персонажа, в принципе, есть какая-то своя анимация. Опа, кетчуп. Да. Именно он. Ну, в смысле, даже подписано, а не так что. Ну, давай, короче, отдаем. Держи. Я нашел фальшивые профайлы. Теперь покажи мой портрет. Вот, вылитый принц. Твой профайл чпокера. Ну, он и так он там... Возвращайся позже, если хочешь узнать, кому понравился твой профайл. Мы обязательно вернемся. Надо это запомнить, главное. Ну, пока в этом у нас... Как... Давай профайл... Ой, блин, надо было это... Подождать, когда там подгрузится. Так, профайл. Вот наш профайл. Карточка Эйдена для свиданий. Я бодрый и спортивный. Ищу женщину, который под силу за мной угнаться и иногда взять инициативу в свои руки. Фанат паркура, а еще мне нравится не только вертикальное, но и горизонтальное положение, если вы понимаете, о чем я. Окей, давай посмотрим. Ну да, это он, я был во всяком случае прав.
Сейчас. А, ну здесь да, да. Здесь просто перевод. Я думал, сейчас придется что-то переводить, а здесь нам уже перевели, и это хорошо. Вот. Так что мы. В принципе, наш профайл там уже и висел. Так что чувствуешь себя немножко обманутым. Вон он висит. То есть он и был, мы уже это смотрели. Я просто думал, вдруг это какой-то другой может быть Эйден. Ну, всякое бывает. А, кстати, кто здесь еще-то в профайлах? Возможно, мы с кем-то из них свидимся. Не видно, как зовут. Это Винни, наверное, да? Ну, как-то так, чисто. Не понимаю, что написано. Ну, в смысле, не видно же. Есть версия. Вот это не толкайся. Типа Мюррей, наверное. Как-то так. Такая достаточно. Интересно, это тот Винни, который с этого, с базара, у которых закрыли. Или там, да, там тоже Винни. Так, у нас следующие эти. Так, так, так. Еще один есть, ну, это нам не важно. А, я хотел посмотреть, да, хотел посмотреть, наверное, в вещах. Да, на вещах. В рюкзаке, вот это вот. Образцы мутантов. Обычный жетон. Короче, мы как доберемся, наверное, до Central Loop. До рыбьего глаза там или еще куда-то, то нам... Мы, наверное, там встретимся с Харпером. Вот, и как-то мы это заменяем на жетоны или еще что-то. Вот. Что-то у нас как-то предела количества было 900, стало 785. Ну да ладно, это не страшно, это нормально. Вот, у нас, да, у нас целых три военных техники, это хорошо. Вот, в остальном у нас есть еще болты, арбалетные болты, кстати, между прочим. Следовательно, арбалет у нас скоро появится, наверное. Ну, либо его можно будет купить, либо мы его можем обменять на верность миротворцам. Так, стрелы для лука обычные. Ну и все, я хотя бы буду знать, то, что у меня есть стрелы обычные. Подсказки я давно, кстати, не заходил, не читал, но я как-нибудь потом, ну, вне, так сказать, пока мы особо далеко не продвинулись и будем двигаться вообще тоже неспешно максимально. Мне надо, да, мне надо вот с этими поговорить сейчас, с настоящие друзья, с Нерис, поговорить о ситуации с ее днем рождения, там какой-то типа выбор, награды, выбор. Что-то мы выберем однозначно. Вот. Не знаю. А интересно, это тот двор, про который я все время говорю, то, что там стоит машина, но нигде нету, нигде въезда. Вот. Есть тут такой двор. Даже, может, не один. Вот я говорю, я помню то, что туда как-то забегал, ну, вне эфира или даже что-то такое, по-моему, может, и в записи есть, а может, и нет. Ну, короче, я когда просто бегал, типа фармил что-либо. По-моему, это вот этот двор. Да чё, по-моему, надо спуститься и посмотреть. Как раз заодно и какого-нибудь мутанта там долбанем. Хотя это громила. Подожди, ты совсем сильно не прыгай, пожалуйста. Так, осмотрим. А, нет, это не тот двор, здесь есть место. Ну, короче, есть двор такой, где вот машины стоят. Ну, громила нам не нужен, это не тот громила, который громила. Да, это, кстати, вот место, куда он не засыпляется. Поэтому можно было отсюда нормально так накернуться. Немножко в бок, да, он слетает, но это ничего страшного. Ну вот, опять в бок, я думаю, это... Почищу, короче, попозже. Вот, сейчас что-то все, оно далеко. Так, погоня не важна, может начинаться, может не начинаться, нам главное зайти в базар. Все. Я думал, это кто-то, это зомбак говорит. Так, 5 утра. Местных велидорских. Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Дружище, да я бы с тобой с удовольствием чем-нибудь поделился, чтобы у тебя была не эта палка. Так, у этой сломанная лопата. Нам мало воды. Учись этого... расходовать ее с умом. Это, наверное, из куртки что-то достает. Можно ли пить воду, в которой варили крупу?
Ты шутишь? Это же идеально для супа. Да. Тупые миротворцы. Яйцевая вода. Нельзя вот так выдавать воду. Но они это делают, поэтому мы должны ее экономить. Чувак, это нечестно. Говорю тебе, это нечестно. Пилигрим, не оставайся на улице на ночь. Спрячься в церкви. Что ты стоишь как столб? Так. Эй, отвали! Нормально, только что нормально же общались. Алло. Так, козу-то убрали, да? Здесь вообще все убрали. Вообще все убрали. Здесь можно провалиться, наверное, куда-нибудь. Под текстурье. Ну ладно, этого делать не будем. Так, это у нас Best Daddy. Так, подожди. А что ты мне на улице-то показываешь? Типа сегодня днем, что ли, приходить или что? Нам типа зачем выходить? Нам на сам базар, это понятно. О, наконец-то он бегает здесь. Наконец-то это просто пофиксили. То, что мы можем теперь еще... Нет. А, здесь мы не можем. Ну, хотя бы там можем. Так, Нерис была здесь у нас. Вернитесь на базар, поговорите. У нее отдельная комната какая-то. Все. Я уже искала церкви, но там его тоже нет. Пошли, ребята. Дружок теперь и ваш друг. Давайте искать. Сейчас неудачное время, Доминик. Прошу, оставь моих сыновей в покое. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Мы должны что-нибудь сделать. Скотт, Мо, скажите что-нибудь. Очень прошу. Пожалуйста. Может, твой дядя купит тебе какую-нибудь зверюшку? Кажется, он богат. А теперь оставь моих мальчиков в покое. Эй, это вы, мистер? Нигде не видели дружка? Значит... Вы еще ничего ему не сказали? Сейчас мы скажем. Дружок погиб, спасая Скотта и Мо. Скотт и Мо врали тебе. Скотт и Мо все тебе расскажут. Да я думаю, сами мы расскажем. Че, Скотт и Мо... Тут, конечно, очень интересно, что может было бы быть из трех вариантов. Кстати, насчет откатиться, я думал, может быть, как-то перепройти, перезаписать. В принципе, там немного потеряно диалога. Собственно, серия уже залита на YouTube. Как это сказать-то, что я хотел сказать? Да, кстати, можно посмотреть, что там написано пока что. Пока просто мы потом выйдем, наверное, эта дверь закроется, мы сюда уже никогда не зайдем. Может, зайдем, я не в курсе. Вот, там можно купить кофе, можно купить ти. То есть, да, откатиться нельзя. То есть, откатиться можно на 5 часов назад до водонапорной башни. Ну, смысл? Это слишком долго, проще заново, ну, начать, в смысле, вообще. Вот. Так что так. Ну, давай, короче, правду рубить. Мы будем жесткие и вообще как-то не особо они красиво поступили, потому что они хотели собачку сожрать вообще. Ну, вот. Дружок мертв. Вы знали об этом? Они заманили дружка в дом, чтобы убить ради мяса. Но в доме прятались зараженные. И если бы не дружок, они тоже были бы мертвы. Или еще хуже. А он врет! Мы бы так не поступили, Доминик! Клянусь! Мо все рассказал мне, когда я его спас. Сказал, что это был бы подарок маме на день рождения. Это правда? Так вот, из-за чего вы начали играть со мной и с дружком? Это так? Он врет! Мо? Уходи отсюда! Ребенок заслуживает знать правду. Ха, правду? Честный пилигрим? О, прекрасно. Люди не любят вас не за правду, а за ложь. Пошел нахуй из моего дома, или я позову охрану. Эй, ты же обещала поделиться со мной заначкой на черный день. Мы в неловкой ситуации оказались. Да хер с ней с этой заначкой. Не могу поверить, что они так поступили. Если бы они сказали, что хотят есть, я бы им помог. Особенно ради их мамы. Но теперь и видеть их не хочу. Спасибо за то, что нашли дружка, мистер. Уверен, что вы бы ему понравились. Вы хороший. Среди жестких вообще вещей, которые здесь происходят, в принципе. Им было лет по 80.
Это как бы это, ну, добрые дела тоже должны быть. Вот. Ну, дружка, конечно, как? Ну, вообще, домашнее животное, тема такая, я думаю. Так, что здесь-то? Здесь никаких квестов нет по-прежнему. Вообще просто... Сегодня мне интересно. То есть, ну, мне всегда интересно, но сегодня особенно. Я сегодня бодрячком, у меня сегодня как вроде как такой день разгрузочный. Так, можно зайти еще разочек, что ли? Серьезно? Ну-ка. О, можно еще пообщаться. О, можно зайти. Так, ваш дом теперь мой дом. А, ну у вас тут бутылки какие-то, разбитая бутылка. Зачем она? А где все остальные? Через что они ушли? У вас тут нормальный такой... Как бы это, ну, кто-то был явно с руками. Ну, почему был? Потому что я что-то не вижу здесь ни одного. То есть здесь достаточно так все, ну, эволюционно. В смысле, здесь можно делать вещи. Фонарик, правда, не ультрафиолетовый. Так, ну чё, Мо, молодец, что сказал, с одной стороны, блин. Ну, ты совсем, ты самый младший, конечно. Ты, конечно, наверное, совсем ни в чем не виноват. Тебя просто, ну... Тоже по факту использовали, как младшего в семье. Не знаю, что это. Ботинки. Запомните эти ботинки. Они еще наверняка появятся где-то в других местах. Так что, Мо. Best... Опа, подожди. Best Kids. Я думал, это уточка. Кстати, насчет уточек. Я знаю место, где есть уточка. Такая отсылка на Хитмана. Своеобразно. Чем сейчас занимаешься, Эйден? Жду, когда вы меня пошлете очередной раз. Так, что я хотел, что не хотел. Так, а что у тебя есть? Вот, лук уже 7 уровня. То есть оружие уже, ну, естественно, за 18 тысяч. Кстати, деньги вполне себе здесь... их не так уж и много. То есть, грубо говоря, купил лук, все. Они закончились. Купил что-то еще. Ну вот, например, вот эту штуку. Нет, ну эти дешевые. Ну лук что-то вообще по 18 тысяч. Это прям какой-то перебор. Ну ничего стоящего здесь нет. У меня пока что все хватает. То есть сейчас сломается катан, я возьму томагавк. Он вполне мощный. Ну и я думаю, может быть, здесь, ну, промежуточно я просто побегаю, пофармлю что-нибудь. Вот. Выкупить, не выкупить. Так, резкий поворот. Ребят. Весь товар ручной работы. Так, мы можем, мы не можем, нам не нужно. То есть мне вот, например, не знаю, ну, как-то вот пока... Это я вообще, как я уже говорил, то, что я не буду, наверное, вкачивать. То есть, ну, вообще не вижу никакого смысла в этом. Я что-то сюда вкладывался. О чем-то, видимо, совсем другом думал, а по факту, ну, оружие очень крепкое здесь в любом случае. Ну вот, ладно, компания тоже не будет покупать. Здесь тебе всегда рады. Я не думаю, то, что мы даже где-то когда-нибудь, там, к какому-нибудь концу, там, ну, условно, да, там, здесь много еще будет. Так, а, здесь, во, смотрите. Да, здесь уже прикрыли лавочку немножко. Что-то здесь ты как-то это тебя там не было. Перевернули я столы. Я бы убил этих ублюдков на месте. Так, лавкач, понятно. Что у тебя-то вообще продается? Ну, у него то же самое, кстати. Сколько лук? Столько же стоит. То есть, ну, немножко другое есть оружие, но лук столько же стоит. Так, продавать нам нечего. Бонус начал времени, уже утро, кстати. Сковали нас цепями. Мне, знаете, что было интересно? Вот интересно было реально. То есть здесь был такой достаточно упитанный высокий парень. Вот. Не хочу с тобой разговаривать. Да не надо. Зато здесь по-прежнему Елена. Я уже много месяцев не видел детей. Но с ней ничего нету. Так, так что мы здесь уже прилично так... Ой, это что, шкура медведя? Ну, я вернее ее уже видел. Сейчас что-то она как-то более такая... детализированная. В общем, это ходит туда-сюда. В принципе, что, спасибо ей за то, что она нам подгоняла лекарства. В принципе, я думаю, если бы мы отдали водонапорную башню Миратову... Ой, этим... Ну, короче.
Вот, у нас еще один крюк остался. Я не знаю, для кого он. Один уже занят. А, ну хотя это даже не занят, то есть здесь они могут повесить и просто так. Вот. А хотя не, это да, это именно тот крюк. Ну, для кого-то. Я думаю, мы увидим, кого здесь. А потом вижу чертовы ультрафиолетовые лампы. Зависит. Так, значит, вот, он мне напомнил. Хорошо, что здесь что-то напоминает. Диалоги, они очень даже полезны в этом смысле. Так, что я хотел? О, кстати, табличка выхода. Ну, сегодня я, короче, по деталям. Мне нравится сегодня. Все. Мы пойдем сейчас. О, новое. Кстати, день и ночь, да, отличаются еще тем, что, ну, как бы, есть дневные занятия, есть ночные. Вот, на самом деле, я бы хотел, наверное, может быть... О, подожди, чпокер, можно прийти. Еще разочек, можно прийти. Так. Я думаю, в следующей серии мы вот займемся грязной работой, работенкой. Вот, я думаю, мы, в принципе, сможем выбить рекорд. Ну, как, хотя, во всяком случае, как это представляется мне с тем, что мы, ну, уже вложили в то, чтобы это достичь. Так что мы пока что идем чпокернем. Вот, еще получается, при каких-то разворотах бег прекращается. То есть он, ну, бежит тупо прямо, получается. То есть он может прямо бежать, ускоряться. Вот здесь что-то он не ускорился. Вот. Так, здесь вечно... Вечный респаун этих. Опять Киллиан. А, ну я понял, почему он здесь вечный. Потому что здесь, ну, мы же когда в самом начале бежим. И музыка здесь. Ну, здесь, в общем, точек очень много именно... Как их зовут-то? Скриптовых. Вот. Чуть-чуть не допрыгнули. Так, чпокер-то у нас здесь. Так, главное, ну, по нему не ударить. Так, подожди. Что-то я... Что-то я не туда побежал. Нам тупо прямо. Вот, иногда полезно даже, когда немножко в бок. Паркурим мы очень часто, но при этом еще нам до сих пор не выдали никаких очков за паркур. Нет, я сюда не пойду. Я лучше обойду, а то опять кого-нибудь пну, все опять зависнет. Та, о, опа. Вот это булочки. От таких забудешь, что живешь в канаве. Я про булочки на закваске, конечно. Конечно. Наша как раз пропала. А что там вместо нее? Что в этой пустоте? Какой-то покемон. Ну ладно, давай знакомиться. Ну кашляй ты, кашляй, чё. У нас иммунитет. Походу мы будем чпокаться. Как они смеют перекрывать путь в центр? Мы свободные люди. Ну чё, на оценочку, ребят. Правда, она походу это... Давай со спины. Типа мы... Сама ты здесь ради профайла чпокера? Для чего тебе нужен чпокер? Ты о чем? Ну, некоторые приходят сюда лишь по одной причине. Ну, естественно. Так, что там? Было бы неплохо найти кого-то для долгосрочных отношений. Мне не нужна любовь. Хм. Не знаю, Эйден, ты мог бы сам, конечно, решить, что тебе нужно. Ну, понятно, но как бы это просто надо выбрать. Просто если романтика, то все обломится по-любому. Мне не нужна любовь, тогда все получится где-то так. Чё бы выбрать? Ладно, голосование проводить не будем. Было бы неплохо найти кого-то для долгосрочных отношений. Этим мы все испортим, ладно. Я сейчас совершенно о других вещах думаю.
Мне не нужна любовь. Славно. Мне она тоже не нужна. Я же говорю. О-о-о. Взять тебя выпить? Слушай, можешь иногда смотреть за моим сыном? Его зовут Мо. В смысле? Погоди, что? Не хотел бы посидеть с ним немного. 13-летние подростки, ведь ничего. Лучший возраст. Еще один Мо. Мог бы показать ему трюки из паркура, боевые приемы. Знаешь, Мо нужна ролевая модель. Чпокер тебе нужен, чтобы найти няньку ребенку? Он не ребенок уже. Ты не слушал. В общем, как я уже сказала, мне предложили работу на ферме. Как насчет сумки картошки в час? Уверен, Мо неплохой пацан, и я бы даже не против тебе помочь, но я и так сейчас слишком занят. Конечно, Эйден, я понимаю. Удачи в делах. Блин, я бы посмотрел на этого Мо, чё, у них один Мо на всех здесь, что ли, сын? Говорят, люди мясника сидят на какой-то странный... Да блин, чё-то, блин, неожиданно, все равно это приятно, то что... Да... Слышал? А ты чё? Говорят, ночные бегуны вернулись. Ясно. Ты мне тут это, чё, фонишь теперь? Ну ты, конечно, это, ну... Ну я думаю, то, что было бы... Если бы был бы первый ответ. Хотя, кто его знает, что бы было, если бы было... А вы чё здесь? Интересно, что Велидор раньше назывался Гресбургом. Ученые, да? Нашли языческое капище под собором. Видишь, а, этот город не мёртв. Он застыл так в ожидании возрождения. Ночные бегуны, правда? Этим мы и займемся. Во имя Господа. Классное оружие у тебя. Логотип как Ролтон. Новое? Примерно. Хотя все поварные они так выглядят. Плюс-минус. Привет. Здорово. Что там? А у меня профайл есть. Ходят слухи про потерянные Эдемские. Что в тайник игрока? Что за тайник игрока? Подожди. А, в тайник. Ну, не почпокались, Кисет, короче, блин. Который нашли под стеклянным потолком. Да я бы в при... Да, блин, вот сейчас... Хотя, подожди, тебе чё? Тебе что, нечем заняться? Что-то интересное говорил. Я просто хотел сказать о том, что, да, в принципе, можно, я говорю, и было и там ребенка чему-нибудь обучить. Как бы, не знаю, что-то Эйден категоричный. Но вернемся, может, еще сюда как-нибудь. Вот, но чпокер не для этого создан абсолютно. Хотя, разное бывает. Ну, в привычном понимании, да? Что-то мне вот хочется на базу миротворцев пробежаться. Не знаю почему, и как раз день... Какая-то есть такая вот почему-то... У меня какое-то такое желание есть туда сгонять. Не знаю зачем. Вот, здесь мы как бы выбили медь, то бишь бронзу. Хотя у нас еще есть 20 минуточек, в принципе. И мы близко к грязной работенке. Ну там уже сюжет, да давай сюда сбегаем. Не знаю, зачем. Вот что-то. Съеби! Нормально, там общение на уровне. Так. Почему-то есть сейчас вот настроение именно туда сгонять. Так, машина. Отлично. Так. Да давай по улице пробежимся. Ничего уж тут. Даже что это такое? Что это за Delivery Club? Че, все нормально? Так, пацаны, а? Не мешай. Че он здесь? Я думал, это реально. Ну это вообще да, это типа а-ля. Ну да, delivery, естественно. Парни. И девчонка. Отойдите. Вообще погулять вот по Велидору тоже полезно. Посмотреть, что здесь есть. Ой, отстань. Ладно. Ну, типа не побежай, можем пройти. А, во. Чувак реально ушел в завод. Иди, но имею в виду, если он не исправен, ты должен об этом доложить. Работает! Здорово, парни. Пилигрим, мы засекли особенных в нашем районе. Будь начеку. Дай пройти.
Вы прям стоите с самым опасным местом. Ну хотя да, они что, они залезают? Тусуются прям возле. Что там смотрим? Опять ту же самую карту. Гражданин, если не хочешь оказаться среди погибших, советую сейчас же убраться подальше от этой башни. Черт возьми! Я забыл взять в патруль еды. Опять. Так, что, попить можно? Наконец-то. Работает. Не, на самом деле я не тяну время, мне просто вот реально интересно. То есть. Приятно пахнет. Что? Запах напоминает резину. Никогда этого не замечал. Ох, кристаллы стоят. Шматье. Что-то присмотрел, парень? О, да у них прям плотное что-то всякое такое продается. Чё? А, и места у меня нету, да? Ну, у меня, короче... А сколько, чё, так мало коктейлей можно взять? Тут хорошая штука какая, плотная. Урон 410. Отличный выбор, гражданин. Не говори. Зато здесь всякого вообще полно. А это что такое? Усилитель сопротивления... Ну, я не знаю, когда вот... Тут какие-то должны быть вообще жесткие, наверное, типы, чтобы сопротивление ядом было. Надеюсь, еще увидимся, гражданин. Ну, это не совсем туда, куда можно было, но все-таки я мимо проходил. Не, у них плотно всегда. Потрясающе, правда? Вот, про вот это я говорил, потому что рассольники, у них у всех усилитель устойчивости в основном. Так, ну здесь у них из нового напряжения, кстати, искра, бросок, это все из нового. Но... Ну, не сейчас у нас еще не закончилось ничего. Возвращайся, чувак. Опа, смотри, жмет. Закон и порядок. Чисто как-то налегке это. Нас спасет. Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. О, здесь хотя бы есть какое-то, как будто напряжение. Здорово. У тебя есть профайл на чпокере? Так, ладно, приставать не будем тут никому особо. Здесь ничего нет. Чтобы жители базара с нами больше разговаривали. Да? К чему вражда? Мы все желаем мира. Ты можешь залезть? Спасибо. А что, окно открыто? Нет, показалось. Так, ну идем до этой штуки, а там уже посмотрим, что будем делать. Ну, надо почистить, да. Обязательно надо почистить. А то я так далеко не это... не повредит здесь. Ну ладно, нормально. Пошумели и хватит. Тебе пиздец. Не уверен. Быстрые ноги. Так. Оп, еще один прыжочек. Отлично. Конвой. Так, секундочку.
что я вообще в какой-то объезд просто побежал. Ну, сверху просто лучше видно. Я неподалеку, друг. Че, просто так тусуете здесь? Молодцы. О, собаки еще. Ну, я до этого слышал собак, но... Поют. Чисто ради интереса. Че не появилось здесь? Ну, типа, да, было бы, конечно, отмечено, с одной стороны. Я вас умоляю. Ты вряд ли. С фонарем. Вы умоляете на коленях, вы этого хотите? О! Вы в курсе, что командира убили? Не просто так пришли сюда. Если об этом нет сведений, мы не сможем помочь. За бомбардировку в черный понедельник и смерть двух миллионов. Ничего об этом не знаю. Тогда мы бессильны. Так что же мне делать? Возможно, найти того, у кого есть нужные сведения. У меня нет на это времени. Мой сын в опасности, черт возьми! Один чувак с базара поблагодарил меня за нашу работу. Опа! О! Ничего себе, опять Снэрис. Пожалуйста! Не зря пришли. Я прям вот как чувствовал. Ну, я не в курсе вообще никак был, но... Эйден, ты меня помнишь? Еще Снэрис, разъяренная медведица. Как я мог забыть? Прости меня. Ты все еще на меня сердишься. Ну да, в этот раз мы не сердимся. Нет, что ты, я все понимаю. Правда? Ты хороший, хороший человек, Эйден. Прости, я была уверена, что ты хочешь обидеть мальчиков. Ты знаешь, что иногда говорят о пилигримах. Снова неприятности? Боюсь, что да. Ты бы не пошла к миротворцам из-за пустяка. Особенно, когда вода у них. Мне плевать на воду, Эйден. Скот опять пропал. Я везде побывала, всех спросила. Но его никто не видел. А миротворцы не хотят помогать. Пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. О, мне его поискать? Ты сделаешь это. Мне даже стыдно тебя просить. Расскажи, как пропал Скотт. Он... ушел днем, без Мо. И... так и не вернулся. Его не было всю ночь. Что еще более странно, вечером его спрашивали какие-то люди. Чего они хотели? Они не сказали, поэтому я их прогнала. Но позже я видела, как Рут Векхорст с ними говорит. У меня плохое предчувствие. В последнее время он взъелся на моего мальчика. Может, он как-то с этим связан? Знаешь, Скотт безумно влюблен в дочь Руда, а Руду это не нравится. Он начал отваживать моего мальчика. А ты в курсе, что Мо не только твой сын, но еще... Короче, ясно. Так, ты знаешь, кто были эти люди, а не мог Скотт сбежать с девушкой? А. Скотт мог сбежать с этой девушкой? Вполне возможно. Он от нее без ума. Лас должна быть на базаре. Я шла к ней, но наткнулась на тебя. А. Я думал, нам сейчас опять бежать на базар. Эти люди, знаешь, кто они? Говорят, что они ищут кого-то без биомаркера. И, конечно, это не мог быть Скотт. Они не местные, это точно. И таких людей мы здесь не любим. Я поговорю с Рудом. Иди домой и присмотри за Мо. Спасибо. Я буду за тебя молиться, Эйден. Каждый день. Ну, в общем, отношения с Нерис вообще были максимально. Так, не твой уровень. Ну, я понял, почему не твой уровень. Ну, в смысле, как бы это... Давай зайдем сюда еще. Вдруг здесь еще что-нибудь появилось тоже. Хотя бы скажи мне, что ходил к врачу. Я не хочу, чтобы меня щупал какой-то странный тип. Поступай, как знаешь. Здесь классика. Не злись.
Будь осторожнее. Не знаю, зачем я сюда зашел. Будем считать, мы зашли так, чисто в туалет. Так, дверь оставлю открытой, хотя ее закроют. Так, 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 так. Давай вниз спустимся, раз уж я сюда пришел. Может, что-то здесь поменялось у ребят друзей. Вообще, я сначала подумал, что Нерис пришла сюда стучать на меня. Ну, то есть на Эйдена. Как бы. Отомстить. За собачку. Опа. Так, ну дверь вообще была открыта. А, так это же моя комната, алё. Так, как что там в тайник-то, кстати, было помещено? Чё в тайник? В тайник, в тайник. У меня тут еще и... А, ну это четвертый уровень, конечно. Это все. Это на память. Это на память. Я не думаю, что здесь как-то что-то пропадет. О, вот. А, опять же можно забрать ее, получить. Ну, пока не надо. О, что-то еще появилось, кстати. Не, крафт-набор Ultimate, это понятно. Богатый набор компонентов, это хорошо в начале. То есть, это очень хорошо в начале для того, чтобы вот вообще не лутать. Вот, например, просто вот тупо по сюжету бежать. И это, по-своему, очень хорошо. То есть, есть выбор. Так, ну это надо все регистрироваться, посетить. То есть, это все ясно. Вот это что? А, жетон Харпера. Получена награда за особое достижение в игре. Этот код Techland можно использовать только один раз на сохраненную игру. Понятно. Это что у нас? Металлолом, большая груда обломков. То есть это вообще просто на халяву, что ли? Но этого не было. Что-то этого не помню. Да и пофигу на эту груду металлоломков. Ой, металлоломков. Металлолома. Спать мы не будем. Вот время у нас, в принципе, как раз подняться наверх. Посмотреть, что к чему. И мы перезайдем. Ну, понятно, здесь пока он не открыт. Быстрое перемещение. Я не знаю, будем ли мы им пользоваться. Perfect fit какой-то. Прыгать нельзя, бегать нельзя. Вот это, конечно, угнетает. Потому что, ну, здесь как... Хотя, зачем, в принципе? Он возложил всю вину на меня. Ты можешь поверить? Хотя бы скажи мне, что ходил к врачу. Я не хочу, чтобы меня щупал какой-то странный тип. Поступай, как знаешь. Это не моя нога. Не злись. Будь осторожнее. Че там, кому помочь с ногой? У меня есть катана. Где еще у нас? Ничего, айтера нет. А, вот, кстати, где я видел это, да. Вспомнил. Так. Я с тебя глаз не спускаю, Пилигрим. Веди себя достойно. Это территория миротворцев. Этот до сих пор не активен никаким образом. Так. Приветик, гражданин. Приветик. Везде одни испытания паркуром. Короче, что здесь? Ну и здесь просто тоже. Просто скажи, что тебе нужно. Расходники. Ну, как-то так, короче. С тобой приятно иметь дело. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. Чему граждане? Сейчас я посмотрю, где находится. Возможно, мы за 10 минут успеем. Нет, мы не успеем, конечно. Так, у Нерис при загадочных обстоятельствах пропал сын. Поговорить с Рудом. Вот как раз мы посмотрим, кто такой Руд. Ну, я думаю, мы успеем добежать. Ну или, короче, сделаем как. Я пока что немножко инвентаризацию проведу, так что встретимся уже там, перед миссией как раз. Вот. Сейчас я посмотрю, что можно продать, что можно купить. Приценюсь, чтобы вне эфира. Пока буду бежать, тоже там лутанусь где-нибудь. Если что-то будет новое, обязательно сразу же подключусь. Так что до новых встреч. Крепись, Джон. Отпуск уже завтра.